Дарио Черезано. Поделитесь с нами немножко эмоциями от вашего первого турнира. Почему из всей россыпи музыкальных композиций на российской эстраде вы выбрали именно композиции группы «Браво»? Нам очень нравится фильм, мы вам советуем его посмотреть. Мы долго думали над музыкой и приняли решение, что эти образы нам очень подходят. И тренерский штаб так решил, мы себя видим. Поэтому нам очень нравится катать, как и всегда все. Я думаю, что это абсолютно правильный выбор. Я видел, как Алла Сигалова и Егор Дружинин пританцовывали, когда вы катались. Поэтому желаю вам удачи. Двигайтесь только вперед. Спасибо вам за выступление. Можете теперь спокойно наблюдать за вашими советами. На льду Макар Игнатов.
Шинская Елена, найдена мертвой в собственной гостиной. Николай Васильевич, давайте уже, пишите скорее. Ты бы знал, как мне приятно, что наконец-то хоть кто-то закосплеил и мой образ. Просто что это не ты? А кто же? Николай Васильевич Гоголь. Ну что ж, молодой Николай Васильевич Гоголь, присаживайся. Насколько тебе близок этот таинственный образ Николая Васильевича Гоголя? Ну, я вырос и родился в Санкт-Петербурге, поэтому, мне кажется, вот эта некая таинственность и ненормальность такая в хорошем смысле присущена всем, наверное, жителям этого города. Тут не добавить, не прибавить.
Спасибо тебе огромное за выступление. Оно было действительно ярким. На льду Елизавета Шанаева, Павел Дрозд.
действительно классное катание. У меня возник только один вопрос о вашем служебном романе. Сколько раз за время подготовки этого номера ты Паша Лизу назвал «мымры»? Сложно подсчитать, практически не было, но для погружения в образ можно было мысленно представить. Ну, я думаю, что насколько вы погрузились в образ, нам нужно обратиться к нашему жюри. Я увидел, что Сергей точно оценил это выступление, потому что аплодировал вам. Посмотрим, насколько же вы вжились в такой близкий каждому образ Новосельцевой Калугиной. Сергей, что скажете? Ну, вы знаете, когда ты слышишь музыку Андрея Петрова и вспоминаешь этот замечательный фильм, то тут, конечно же, все воспоминания, все детство, да, поэтому это запрещенный прием пользоваться такой музыкой или выступлением. Спасибо, ребята. Хотя мне показалось, что вторая часть, вот эта лирическая часть у вас получилась гораздо лучше. Там была любовь. Первая часть мне не хватило юмора, а вот вторая была любовь. Спасибо. Любовь все украшает, абсолютно верно. Спасибо, ребята.
Ну что ж, золото русской литературы, собачье сердце, Михаил Булгаков, Шариков в исполнении Романа Солосина. Ну, Ром, пока ты тяжело сидишь и дышишь, давайте спросим у Бориса Эйфмана, как ему твое выступление. Работает, да? Вы знаете, я удивлен даже таким проникновением в образ, в оригинал. На льду Ксения Синицына. Thank you.
Ксения Синицына. Сакральная для Петербурга и всей страны тема. Дневник Тани Савичевой из блокадного Ленинграда. Здесь, я думаю, без комментариев. И спасибо Ксении за этот номер. На льду Василиса Кагановская, Максим Некрасов. Поверьте, он существует. Thank you.
Василиса Кагановская, Максим Некрасов. Уже второе произведение Михаила Афанасьевича Булгакова «В русском вызове». Ребята, прекрасно. Давайте прямо сейчас спросим у Аллы Сигаловой. Не показалось ли мне, что вы немножко как-то завороженно смотрели на этот номер? Не показалось. Потому что тема замечательная, но мне кажется, что можно было ее раскрыть более остро, поскольку это два потрясающих персонажа, и у них очень яркое взаимодействие. Мне этой яркости, этой остроты взаимодействия не хватило, но я очень внимательно наблюдала и ждала. Не дождалась. Тем не менее, номер в любом случае прекрасный. Я вас поздравляю с первым совместным турниром. Жюри у нас, как вы можете заметить, строгое, но справедливое. Поэтому ребятам удачи в следующих соревнованиях. На льду Петр Кумеев. Thank you.
Петр Кумельник. Насколько, по-вашему, можно вот так вот брать и объединять музыку и изобразительное искусство? Музыка и изобразительное искусство, добрый вечер. Я думаю, что они живут всегда вместе, существуют и идут в одну ногу. И яркое, очень яркий номер, большое спасибо. Такой труд невероятно скрывается за вашим мастерством, и огромный труд, огромное терпение и, конечно же, мужество выходить сегодня здесь на эту арену, на этом турнире. Я желаю вам огромных успехов и трудолюбия. Скажи нам, по какому принципу ты подходил к выбору своего образа сегодня? Я хотел выбрать тему русского авангарда и за основу взял светомузыку Скрябина и захотел совместить это с живописью Малевича, и чтобы моя программа была неким мостом, соединяющим эти два вида искусства, чтобы зрители могли максимально проникнуться всеми своими сенсорными органами этой эмоциональностью, выраженной в виде четких геометрических линий, уходящих в бесконечность. Ну, я думаю, что ответ исчерпывающий, у тебя действительно это получилось и где, как и в Петербурге, соединяются мосты. Спасибо, Петя. На льду Елизавета Худайбердиева, Егор Батин. Будут рыть дрова.
Елизавета Худайбердиева, Егор Базин. Ваш номер. Егор, до этого один из членов вашего жюри, Сергей Безруков, сказал фразу о том, что это запрещенный прием использовать такую любимую всеми музыку. Что вы об этом думаете? Ну, я не вполне согласен. Мне кажется, что музыка как раз определила настроение этого номера. Огромное спасибо за это настроение. Мне вообще показалось, что номер лихой. Особенно мне понравился заход на поддержку вот ближе к концу. Я такого не ожидал. Обычно мы привыкли, что партнер сначала входит в контакт, скажем так, с партнершей, и тогда уже происходит поддержка. А тут Лиза просто бросилась в какой-то пируэт, а там мы уже ее подхватили и вывели, наверное, в поддержку. Это было эффектно. Единственное, что, конечно, я бы попросил ребят поменьше рисковать, лить воду, потому что можно подскользнуться, и не стоять друг на друге в коньках. Спасибо. Спасибо. В любом случае, лихой номер – это новое определение для фигурного питания, поэтому и Егору, конечно же, тоже за это спасибо. На льду Софья Муравьева. Oh,
Софья, потрясающий, трогательный номер. Расскажи, кому ты посвятила свою постановку? Этот номер посвящен великому спортсмену, двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову. Трагически скончался на льду, был очень молодым. Подают нам голоса. Не
Сегодня каталась, каким чувством ты шагал по этой истории, по этому своему номеру? Я был в предвкушении весь день, в ожидании этого турнира, и я рад, что я вышел. И реакция публики. Хорошее впечатление. И на мне лежала большая ответственность. Ушедших на войну, которые все-таки не вернулись обратно. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что не только весь юбилей сейчас восхищается не только твоим катанием, но и твоими словами, и, конечно же, и зрители у экранов тоже абсолютно с тобой согласны. Спасибо. На льду. Андрей Мазалёв. Голова моя машет ушами, как
крыльями птица. Ей на шее ноги маячит больше не в ночь. Таинственно и очень атмосферно. И все мы, конечно, узнали этот голос. Сергей Безруков читает поэму Сергея Есенина «Черный человек». Причем делает это так, что бегут мурашки. Сергей, я обратил внимание, вы внимательно следили за этим номером. И у кого, как не у вас, спросить об эмоциях? Ну, знаете. Ну, Андрей, спасибо тебе большое, конечно же. Сколько тебе лет? 20? Я думаю, для тебя это, конечно, рановато. Просто само решение надо. Мне показалось, что ты был как раз малый Есенин. Если бы ты был в белой рубашке, тогда было бы, наверное, правильнее, потому что человек живет внутри. И да, в конце я один и разбитый зеркало, человек смотрит на свое собственное отражение. Борьба темного и светлого внутри. А ты изначально был в черной рубашке, уже был таким черным человеком, и вот этой борьбы, собственно говоря, не было, уже был изначально черный человек. Это неправильно. Мучения и муки, которые испытывает, в данном случае, Сергей Александрович Есенин, поскольку программное произведение «Черный человек», это внутри муки совести. Второе «я», как говорил Есенин, внутри живет. И вот эта борьба темного и светлого, розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Так что в следующий раз выступаю все-таки в белой рубашке. И мучение должно быть, ну, я должен это увидеть на самом деле. Это то, что внутри сидит, понимаешь, то есть от чего ты хочешь уйти наоборот. Не слушать, наоборот, не слушать, он говорит в тебе.
подъехал к зеркалу, увидел себя, увидел этого черного человека. В зеркале он должен быть, а здесь должен быть Есенин. Ну, это так, просто маленькое замечание. Спасибо огромное, это бесценный совет от Сергея Безрукова, Дмитрия Мазарева. Я думаю, что он абсолютно точно прислушается. И его номера еще не раз будут радовать публику. Спасибо, Андрей. На льду Варвара Жданова, Тимур Бабаев-Смирнов. Слышите, как вас приветствует зал, вам кричат молодцы, вы действительно молодцы. Mm-hmm.
Ну что ж, какой русский вызов без русского народного стиля? Вы слышали, как свистит Сергей Безруков? В два пальца просто. Но вопрос у нас не к нему. Кимин, вы бывали когда-нибудь на русских национальных празднованиях? Да. Много раз было случай, мне так понравилось. А сегодня это тоже очень понравилось. Может быть, даже я завидую, потому что я еще не женился. Сегодняшнего вечера он будет свадьба. Спасибо. Ну и как поется в песне в этой программе, что когда же наконец молодая теща женится, может быть, какие-то петербурженки как раз обратят внимание, и Кимин найдет свою половинку. Я люблю тебя, милая мама. Нет дороже на свете тебя. Я давно уже понял, родная, что ты значишь всегда для меня. Были трудные дни, даже годы. Ты смогла это все пережить. Воспитала во мне человека. Научила, как правильно жить. Может, я был неправ когда-то. Может, что-то не так я сказал. Если сможешь, прости меня, мама. Это все я сейчас осознал. Спасибо тебе большое за жизнь. Ты самое дорогое, что у меня есть. Я тебя очень сильно люблю.
Даниил Самсонов. От себя хочу сказать тебе спасибо за то, что ты за всех нас сегодня сказал, как ты любишь свою маму. Ты сказал это всем мамам мира. И еще раз поздравил их с 8 мая. Спасибо тебе за это. Такой важный момент. Анита, как вам мама? Знаете, мне прям все сжалось в груди. Я так безумно соскучилась по своей маме. И в этом номере было все прекрасно. Настолько трогательно, самая глубокая тема была выбрана Даниилом. Спасибо большое, Даниил. И заодно поздравим всех мам нашей страны, прекрасной, великой, с чудесным женским праздником. Мне было сложно сдержать слезы, правда. Настолько легко, легко ты плыл просто, летел по этой сцене, и музыка, и чувства переполняли. Спасибо. На льду Анна Фролова.
наша царевна-лебедь Анна Фролова. Можно бесконечно смотреть на несколько вещей, как течет вода, как горит огонь и как Алла Сигалова наблюдает за номерами. Алла, что скажете? Но я просто восхищена Анечкой. Она невероятная. Сколько экспрессий. Какие легкие, совершенно воздушные прыжки. И сколько в ней энергии, сколько в ней манкости и женской, и притягательности женской. Великолепный номер, здорово сделано. Вы красивы немыслимо и потрясающей красоты руки. Молодец. Спасибо огромное. Ань, тебе сложно дался этот номер и его постановка? Не без трудностей, но поскольку мне очень нравится этот образ, мне было достаточно легко влиться в роль и откатать ее на максимум. Ну, как бы так восхищалась Алла, может, ты хочешь выразить ей свое восхищение? Мне очень приятно слышать слова похвалы в целом. Особенно от таких людей, которые сидят сегодня у нас в жюри. Было немного волнительно выступать перед вами сегодня, но я выложилась на максимум. И это было действительно отлично. Русский вызов разогнался до невероятных скоростей. Фигуристы сменяют друг друга. Роскошные программы. Время немного выдохнуть и сделать небольшую паузу. Ну и освежить, конечно же, ощущения и эмоции. Скоро увидимся. Будем.
Шутка. Но и не менее уверенно катать свои номера на многочисленных турнирах. Давайте спросим у Егора Дружинина, что он думает о современной этно-музыке и оригинальной хореографии. Хватило ли вам энергии? Хватило ли ребятам энергии? Ну, безусловно, хватило, потому что вы же видели, в каком контроле сейчас откатала эта пара. И когда наблюдаешь за такими выступлениями, ты понимаешь, что фигурное катание – это не столько спорт, сколько искусство, потому что оно возвращает нас к тому, что критерии, в том числе изящество, нельзя исключать из оценки вот, того, что происходит на сцене или на льду. И в данном случае, мне кажется, ребята продемонстрировали нам очень высокий класс. И они были настолько наполнены и настолько одухотворены, видимо, той темой, которую они взяли за основу номера, что не оставили у нас ни малейших сомнений в том, что вот просто такой абстрактный номер под такую музыку имеет полное право на существование. Спасибо вам огромное, это было классно. Ребят, ну тогда у меня буквально два слова для вас. Во-первых, было действительно здорово. Во-вторых, ну а какую вы тему взяли за основу для этого номера? Старославянская такая композиция, этническая, да, и нам очень в душе вот эта мелодия, этот голос, какие-то такие барабаны, да, то есть мы чувствовали в себе, что мы можем вот именно то, что сказали судьи, да, именно вот это показать. Мне очень хотелось, и очень хочется сказать огромное спасибо за этот комментарий, очень для нас ценно. Спасибо. Спасибо вам. На льду Дмитрий Агиев. Будет плюс.
Дмитрий Алиев. Это как раз Пугачев Есенин. Если ты помнишь, да? Он исключил, пристал в образе Пугачева. Поэтому, если возможно, друзья, при всем блестящем катании на льду, при всей потрясающей песне Бориса Семеновича Высоцкого, драматизма мне как раз не хватило, вот этого самого драматизма. А он в тебе есть, он в тебе есть. Ценно, конечно, я буду. Это для меня совершенно новый образ. Жаль, что вы не видели меня в других образах, но я уверен, еще посмотрите. Но обязательно. Но я погрузился первый раз в этот образ. Может быть, да, где-то не доработал. Но я хотел порадовать в первую очередь зрителей. Вообще спасибо, Илья, за эту постановку. Я погрузился в какой-то новый мир. Болельщики фигурного катания, они нас в обиду не дают. На льду Евгения Тарасова, Владимир Морозов.
как символично, корабль, грезы любви. Как это здорово, ведь это происходит здесь, в Санкт-Петербурге. Это очень и очень символично. Что ж, ребят, я вас поздравляю. Это было действительно очень-очень красиво. Я всегда называл именно эту пару такой последней классической российской парой. И уж если мы говорим о классике, то давайте спросим мнение Бориса Эйфмана, что он скажет об этом номере. Дорогие друзья, я бы надеюсь, что многие, кто видел на эту Белоусову и Протопопову. Но я хочу сказать, что меня очень взволновало выступление Евгении и Владимира. Вы правильно сказали, что они просто реанимировали классический стиль фигурного катания, который прославил и Белоусова и Протопопова, и прославил советское, прославил фигурное катание советского периода. И я благодарю вас. Красивое катание и красивое, такое, знаете, романтическое воспоминание. Yeah.
и Михаил Калина. Конечно, меня удивило, почему заявлен один Михаил. Романтичнее было бы, наверное, заявлять сразу двух фигуристов. Слушайте, красивый очень номер и, конечно, такой песня. Невозможно, сразу ассоциация, конечно, с Николаем Караченцем. И энергии, и харизмы невероятной мужской. Вот мне не хватило этой харизмы. Хотя откатали ребята программу «Очень здорово». Спасибо. Ой, какие болельщики, великолепные. Восхищаюсь меня. Спасибо моему любимому родному Санкт-Петербургу. Поэтому она не была изначально заявлена. Но потом мы, конечно же, это произнесли. Миша, у меня к тебе вопрос. Быстрый вообще. Я знаю, каково это кататься с женой не понаслышке. И у тебя не появилось желание повторить? Конечно, появилось. Обязательно повторим. Ребят, спасибо вам огромное за выступление. На льду Елизавета Туктамышева. Небом не было меня.
изменчивые, как дети в каждой имени, и так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Я ловчи и кавалькан в чаще, и колокол в селе. Меня такой живой и настоящий на ласковой земле. Всем, кто мне ни в чем не знавший мир, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры, с просьбой о любви. И день, и ночь, и письменно, и устно, за правду да и нет, за то, что мне так часто слишком грустно, и только 20 лет. За то, что мне прямая неизбежность, прощение обид, за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид, за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня любите, за то, что я умру. Елизавета Туктамышева. Так изящно может быть только здесь, в Петербурге. Я продолжаю наблюдать за жюри и спрошу прямо, Алла, вам понравилось? Нужно говорить честно, вот простите ради Бога, просто я потрясена совершенно. Просто потрясена, потому что здесь сошлось все. И слово, и голос Алисы Бруновны Фрейди, и музыка, и великолепное исполнение, и кто это поставил, не знаю, к сожалению, вот у нас не написано, и это очень жалко, потому что постановщик просто сделал замечательную, замечательную историю. Я очень вас благодарю за это высказывание. Спасибо. Мы работали вместе с Елизаветой Новиславской. Она здесь в зале. Спасибо большое, Елизавета. Очень рада, что смогла его откатать так, что такую похвалу услышать от судей, это для меня очень значимо. Спасибо большое. Только так у нас здесь, на высоком вызове, чистые эмоции. На льду Оксана Домнина, Максим Шабалин. Люди странные,
их душа холодна, замерзала дарна, трепетала, желала, да устала. Убаюкивающая такая уютная эта мелодия. Оксана, ты, Васяков, по льду.
Какая самоотдача! Расскажи немножко нам, Магри. Всем здравствуйте. Спасибо большое, мы очень... Очень такой для нас душевно наполненный номер о любви, о открытой чистой душе. И вот мои голые ноги — это проявление нашей любви к жизни, любви к семье, к любимой работе. И спасибо всей нашей команде, что мы сделали такой номер. Абсолютно точно все это удалось принять сегодня на группе. Спасибо. Максим, тебе есть что добавить, может быть? Хотел сказать спасибо зрителю Санкт-Петербурга, он здесь особенный. Спасибо. Мария Петрова и Алексей Тихонов. Я обязательно приду к тебе.
навсегда. Ну что ты молчишь? Я верю. Персонажей лучшего, наверное, мультфильма. Давайте спросим, может быть, у Аиды удалось ли ей окунуться в детство к этим любимым персонажам лучшего мультфильма всех времен. Когда я слышу музыку Шопена, меня уносят в какие-то параллельные миры, и я растворяюсь. Этот номер был очень глубокий и в то же время грустный. Мне, наверное, хотелось бы увидеть другие костюмы, но я понимаю, что акцент в этом номере не на костюмы, а на глубинные чувства, и для меня этот номер трогательный. Спасибо, вы прекрасны. Спасибо. Такая легкость, такая полегкость у вас. И настолько великолепная концентрация на вашем дуэте, на вашей паре. Сергей, а вы что скажете? Знаете, это больше, чем ёжик в тумане. Здесь столько нежности. Фильм про одно, а здесь совсем даже про другое. Столько любви, нежности и преданности друг другу. Браво! Лёша и Маша, я думал, что как и прежде зал крикнет вашу кричалку. Лёша, Маша, радость наша! На льду Марк Кондратюк!
Кондратюк. Что фигурист в реальности действительно еще и художник. Это чистая правда. Марк увлекается живописью. И это тот случай, когда творчество через край. Ему просто мало этого холста. Ну давайте спросим у нашего жюри. Кимин, хватило ли тебе ярких красок в этом номере? Спасибо большое. Егор, вы очень внимательно наблюдали за этим номером. Какое впечатление у вас осталось от него? Ну, во-первых, это действительно было очень музыкально поставлено, музыкально исполнено. За это отдельное спасибо. Мне очень понравилось то, в каком погружении находился Марк. И даже какое-то время после того, как номер уже закончился, он не мог выйти из образа. И правильно, это очень верное, видимо, погружение, точное. Если человек не сразу может по щелчку выключиться из того, что он только что делал, и из того, чему он себя только что так посвящал. Ну и, конечно, отдельное спасибо за то, что мы получаем два номера по цене одного. Потому что, друзья, не знаю, видели ли вы, но у меня тут было два номера. Один в исполнении Марка, другой в исполнении Ильи Аверуха. Который здесь не переживает за своих и делает это максимально эмоционально. Это было отдельное шоу, я сижу долго. И все любители, спасибо тебе за это выступление. Оно было не хуже, чем то, которое показал Марк. Спасибо. Потому что эмоции болельщиков навсегда отдельный вид искусства. Виктория Синицына, Никита Кацалапов. Меня ворот.
на тот берег раз и навсегда. Настоящая классика и чистая любовь. Ребят, спасибо вам за этот номер. Борис, как вам выступление? Это, конечно, высокое мастерство, высокий артистизм, высокий профессионализм. Это наши выдающиеся спортсмены, но и, в общем-то, замечательные артисты. Спасибо. Я готов подписаться под каждым словом. Ребята, как вам ваш прокат сегодня по эмоциям? Все ли удалось? Всем спасибо огромное за эти аплодисменты. Этот номер. В этом номере есть частичка нашей души, которая в итоге осталась вместе с нами. Мы ее не смогли отпустить и остались вместе. Это самое главное в нашей жизни. Я думаю, что частичку прочувствовал и получил каждый человек.
человек, который сегодня увидел ваш номер. Спасибо. На льду Евгения Медведева. Про такую коллаборацию.
слово «коллаборация» в этом случае звучит, наверное, немного грубо. Я бы сказала, во мне это произведение вызывает невероятные чувства. Сергей Рахманинов писал «Вокалист», когда был очень далеко от своей родины. Он жил в то время в Америке, и вот эта тоска по родине, она ощущалась, особенно в финале этого номера. Спасибо, спасибо, дорогая Евгения, что выбрала именно это произведение. Для меня большая честь, что ты выбрала его в моем исполнении. И столько благородства, столько красоты, столько изящности было в твоих движениях. И даже в тот момент, когда что-то у нас не получается, идет не так, как мы планируем, падение, мы все равно поднимаемся, мы находим снова себя, берем себя в руки и идем дальше. С огромным... Я наблюдал также за Викторией, и эмоция там тоже была очень и очень сильная. Потрясающая артистка. Вы потрясающая артистка, Женя. Невероятно красивая, раскрученная, легкая, артистичная. Конечно, это падение, это просто такая боль, когда ты видишь, как артист падает, а та невероятная способность встать после этого, упав в самом начале номера, встать и оттанцевать, и откататься потрясающе совершенно, вызывает большое восхищение вашим артистам. Я влюбился, и я называл, и так и не
спали на бегу в таске. Ваше политическое крайне всегда. Россия вас не забудет. Анастасия Мишина, присаживайтесь сюда. Ну что я могу сказать, как мы сегодня говорим, лихой номер? Егор, согласитесь. Ну, зачем повторяться? Тут, мне кажется, дело в другом. Я не могу сказать, что мне поначалу понравился вход в этот номер. Он мне показался несколько простым, но то, как ребята его, безусловно, откатали, рассеял любые сомнения, которые у меня были с самого начала. Приятное послевкусие после вашего номера. Нет, это уж не послевкусие, извините, это объедение. Это не после номера приходит, это прямо во время. Не могу не согласиться, вкуснятина. Саша, ты же великий комбинатор, тебе точно есть что сказать. Вам понравилось, действительно, юбилей. Подойти к этому номеру. И благодаря Тамаре Николаевне, она действительно большой поставить номер. Великая Тамара Николаевна в Москве. И давайте еще все вместе поздравим не менее великого Алексея Николаевича Мишина, партнера Тамары Николаевны в Москве. Thank you.
секундах свысока. Наступит время. Сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение. 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 У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. А сейчас задираешь планку на невероятный уровень. До этого ты просто блестяще катался. А теперь ты катаешься и читаешь стихи.
Это невероятно. Я читаю в глазах Аллы Сигаловой, например, восхищение. Алла, что скажешь? Да, ну потому что это был какой-то абсолютно полноценный, мощный спектакль, высказывание. За несколько минут прошла жизнь этого человека. Повод, может быть, это не сам Ягудин, а какой-то персонаж, неважно. Но в этом человеке прошла жизнь, и он прожил ее сейчас, вот здесь, у нас на глазах. Невероятно. Невероятно. Спасибо тебе, спасибо огромное. Мне кажется, этот номер очень точно характеризует название проекта. «Русский вызов». Настолько героический, театральный. Такая экспрессия. Спасибо тебе. Сам читал эти стихи. Слушайте, ну я думаю, что здесь нет ни одного человека, который не понял, что и стих шел, и вот там Леха просачивался. Я не хочу отвечать на вопросы. Я хочу просто сказать, во-первых, Питер, спасибо. Свои первые шаги в мире фигурного катания. Но здесь я их однозначно продолжал. С великим Алексеем Николаевичем Ильичем. Еще раз днем рождения. Действительно, да, заканчивается второй уже по счету «Русский вызов». И, наверное, этим номером, меня даже не спрашивали, сам скажу. С микрофоном, как я уже говорил, легче, чем с коньками на ногах. С возрастом начинаешь, наверное, ценить как раз те мгновения, о которых я и говорил в своем номере. Знаете, есть только миг между прошлым и будущим. Мы все люди, мы все живые люди, мы все прекрасно понимаем и осознаем то, что происходит. Но давайте хотя бы на секунду призадумаемся и постараемся ценить каждую секунду нашей с вами жизни. Спасибо. Спасибо. Вот это вот самое важное, собрал какой-то. Вы все видели своими глазами. Здесь творилась история. На льду юбилейного было ярко и талантливо. Ну а теперь самый важный момент, которого ждут и спортсмены, и зрители. Я попрошу членов нашего жюри оценить выступление артистов. Произойдет это так. Каждый член жюри на свое усмотрение расставляет любых трех участников турнира в номинации «Самая яркая и запоминающаяся программа». Порядок будет следующий. За первое место каждый из вас может присудить участнику 3 балла. За второе место 2 балла. И за третье 1 балл. Таким образом, победит участник, победивший по итогу максимальное количество баллов. Мы понимаем, что вам потребуется некоторое время для принятия этого ответственного решения. Поэтому пока каждый из членов жюри определяет, чье же выступление ему особенно понравилось, я приглашаю на лед юных гостей нашего турнира с их показательным номером. Встречайте! Арина Новикова. Илья Манапьянц.
Ваши драгоценные баллы. Мы приглашаем всех участников на лед. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто стоит за этой работой, всех постановщиков, хореографов, тренеров. И, конечно же, зрителей, ради которых, я надеюсь, вы работаете, и которым мы посвящаем свою жизнь. Я отдаю 1 балл Марку Кондратюку за его номер «Эйфория». Я отдаю 2 балла Маше Петровой и Лёше Тихонову за их номер «Эйфория». И последний участник не оставил мне никакого другого выхода, и мне придется отдать 3 балла Лёше Ягудину за его номер. Свои баллы озвучит актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Виктория Исакова. Восхищает совершенно меня публика сегодня. Потрясающе, потрясающе. Спасибо вам огромное. Очень много настроения от вас. Конечно же, многие номера были очень интересные, очень эмоциональные, очень сильные. И выбор делать сложно. Но, тем не менее, каким-то странным образом мы с Егором просто вот
фантастический. У нас один одинаковый выбор. Один балл я отдаю Марку Кондратюку за его очень красивый. Два балла Маше Петровой и Алексею Тихонову. И три балла Лёше Ягудину, который действительно не оставил нам выбора. Виктория, спасибо. Свои баллы объявит артист балета, премьер балетной труппы Мариинского театра Ким Ин Ким. Мне безумно понравилось и такое впечатление во время танца. Я сам тоже очень хотел танцевать. Мне кажется, не только это я чувствовал, мне кажется, все зрители чувствовали так. Спасибо огромное все исполнителям и нам, танцовщицы и юристы все, нельзя забывать, что благодарить зрителям. Спасибо большое, что вы. Один балл, Софья Мрабиева. Ну что ж, как распределяются баллы, по мнению оперной певицы и заслуженной артистки Российской Федерации Аиды Гарифуллиной? Я хочу сказать, в первую очередь, огромное спасибо за те невероятно яркие эмоции, которые я сегодня испытала благодаря вашим выступлениям, благодаря вашей энергетике. Вы сегодня подарили нам всем огромный праздник. Не зря говорят, наша великая страна богата на таланты. И сегодняшний вечер очередное тому доказательство. Спасибо вам огромное. Я хотела бы начать с того, что Алексей Ягудин – это уже легенда, это уже звезда. И, как говорят, победители не судят. Поэтому мне хотелось бы сегодня дать шанс другим. Мне бы очень хотелось отдать, потому что мне очень понравился номер. Оксана Домнина и ей Максим Чарлов. Мне очень понравилось. Два балла. Алексей Ягудин. И все-таки три балла. Елизавета Туктамышева. Я выставил Алексею Ягудину один балл. Виктории Синицыне и Никите Косолапову два балла. И три балла я выставил Елизавете Туктамышевой. Лиза Туктамышева. Два балла. Ксения Синицына. Три балла. Оксана Домнина и Максим Шабалин. Ну и для вручения призов мы приглашаем олимпийского чемпиона, петербуржца Антона Сихарулидзе. Таким образом, мы только что узнали, кто вошел в тройку призеров турнира «Русский вызов». Но еще кто важнее, мы знаем имя победителей.
Итак, третье место. Бронза. Ксения Синицына. Оксана Домнина, Максим Шамалин. Мария Петрова и Алексей Тихонов. И сразу три участника. Я думаю, что вам всем нужно уже подъехать к Антону. Вы разделили третье место и бронзу этого турнира. Аплодисменты, юбилейные аплодисменты нашим бронзовым призерам. Итак, серебро нашего турнира. Елизавета Туптамышева. Алексей.